Хайхов, ребятки, всем привет, с вами Борода, это Варробатс. Вы просили у меня эту игру очень долго, и вы ее получаете, потому что именно Борода тот человек, который прислушивается к своим подписчикам и дарит им кайф. И наслаждение того, что они видят любимую игру от любимого стримера. Ну что ж, поехали. Беру своего робота, я не шибко круто разбираюсь в этой игре, ребят, но кое-что да смогу вам показать, возможно, мы даже сумеем выиграть пару десятков боев. Это было бы весьма неплохо, да? Так, ну давайте куда-то туда заходим, недалеко. Мой бластер не позволяет так далеко стрелять, поэтому нужно занять позицию получше, заходить вот эту точку. Куда же без нее-то? Вперед, на заход. Так, пошла отстрелка уже. Так, ребят. Так, ну, допустим, я вон вижу кого-то. Возможно, уже можем пострелять. Да, пошла же, да. Так, ну что, расчехлил я свои ухи. Можем убивать. Так, перешла перезарядочка. Так, двигаемся дальше. У меня 47 тысяч хп. Я бы не сказал, что это прям сильно много. Но я вам скажу, что это весьма неплохо. Так, пошли дальше. Отлично. Пошел дамаг. Мы сбиваем, короче, хп-шку роботу полностью. Походу, это не минус робот. Если у меня хватит обоим. Я надеюсь, я его добью. Да. Плюс один, ребятки. Плюс один в копилочку к бородушке. Неплохо, да? Сейчас мы... Вон, смотри, крыса в спину-то заходит. Так, надо сначала с этими разобраться, а потом разобраться с теми, кто заходит за спину. Ребят, я выхожу. Я готов вам помочь и готов прикрыть. Так, пошла. Летит снаряд. И, походу, это минус чел еще один. В мою копилочку. Два фрага есть, ребят, пошли дальше. Так, надо вот ту крысу убрать, которая меня бесит. Прям вот хорошо так чел зашел, слышь. Да, в тыл вообще наездил. Пошел захватывать точку. Ну да. Нельзя так делать. Не люблю таких. Так, пошла перезарядочка. Фу, я испугался. Беги, братиш, беги. Тебя там что-то накидали очень сильно. Смотрю. Так, нас, кажется, не хочет вытречить нас по точкам, понял? Так, они хотят там играть нас по точкам. Я типа как бы не горю желанием проигрывать, понимаете? Подставился, я понял, уходим. Немного мне накидали, буквально где-то сотню-две сняли. Там вот смотри, видишь, вот эта крыса, с которой с фланга заходит. Короче, он сбил точку нам и уходит теперь сюда. Прикинь, надо бы надрать ему задницу. Сейчас по мне начнет валить, смотри. Фиг тебе, мудак. Так, вон еще тот, которого я начал добивать, но не добил. Он у меня на мушке так-то висит. Сейчас сделаем еще один минус. Найс. Вот теперь того добьем, который укромно пытается укрыться, но ни хрена у него не получится. Мы это знаем, да? Перезарядка. Ракеты сейчас только что просрал, вообще по кругу. Да, правильно, ребята уже пошли в наступление. И в принципе я с ними согласен. Они все верно делают. Так. И я пока вот их прикрою тут, типа. Все, найс. Полез. Хорошо. Вниз не иду. Возможно, это... Тихо. Вижу, братан, без вопросов. Давай накидаем, поможем. Корешу. Да, хорошо, полетели ракеты, найс. Вот ракеты вообще топово валят. Перезарядка. Пока перезарядка, можно отойти, спрятаться. Так, вижу того, кого можно добить. Кого нужно даже, я бы сказал, добить. Так, ракеты мне улетели. Хорошо. А на этого навел пулеметную пушку. Пускай убивает. Да. Ну прям вот прям отлично, слушай, мне прям нравится, да? Хорошо. Почти минус. Точку надо ту забрать. Ну, в принципе, это 1-2 осталось у них, и все, я так понимаю. Не, не забирай мой фраг, пожалуйста, он же шмой, я его убиваю уже тут полгода. Найс, хорошо. Пошли захватим точки.
Да, я не спорю, мой робот слишком медлен, но он действительно крут. Вот играть за эту машину мне очень сильно нравится, и, по-моему, она действительно достойна. Я не спорю, у меня еще нету крутых апгрейдов и всего в этом духе. У меня вообще начальная машина, тупо вот по минимуму. А у меня ничего особо крутого нет. Да. По-моему, его... Не, не я забрал. Я так надеялся, что все-таки я его откидал. Но, похоже, кто-то успел раньше меня. Если не ошибаюсь, то мы убили всех уже. Или нет? По-моему, да. Мы убили всех. Никого в живых не осталось. И, по-моему, это логично. Потому что один я только-то забрал 3 или 4 машины. И это очень круто. Ребят, напишите в комментариях, сколько я убил фрагов-то. Так, топ-1, победы, урон, хорошо. Так, отлично, поехали дальше. Сразу же в следующий бой, друзья, специально для вас и только от бороды. Ну что, давайте попробуем другую машину. Косак. Я не знаю, что это за косак, на самом-то деле. Что у него? Так, а, он у нас прыгучий. Ого. Чуть-чуть бы и прихватил бы борода немножко от... противников, и мне вообще не горит как бы вот этот срез на ровном месте. Мне кажется, косак это слабая машина. Так, поехали. Что у него тут за пушка? Мне нужно выбрать только позицию, и все. Давай, допустим, вот нижнего попытаемся убить. Ну, да, у нас только пулемет. Мы типа можем уходить. Я не уверен, что это лучший выбор, потому что если бы тут стояла ракетница, я бы был в большем восторге, на самом деле, чем вот эти прыжки. Как бы, у меня прыжки вообще не вставляют, и я не ловлю от них никакого кайфа. Ой, больно было, вот сейчас вот зарядил ему. Это чувак, пушка-ракета. Он одноголовый, он реально валит жестко. Чё, косак тоже валит неплохо. Единственное, что пулеметная пушка у него очень быстро заканчивается, блин. Так буду их полгода убивать. У того-то сразу две пухи, слушай, нечестно. Хотя, возможно, я смогу его апгрейдить нормально, когда будет тема. Почему нет? Так, башни. Увидел цель, не вижу преград. Хорошо. Но этих всех убиваю не я, мне так не нравится. Вижу. Давай добьем. Зря перезарядку поставил, можно было бы уже добить этого чела. Поехали. Ебой. А вот это уже был мой, прям с прыжка-то. Оказывается, в прыжке тоже можно дамажить, и это уже радует. Тогда у меня хоть какое-то, но появляется преимущество перед противником. Мне это определенно нравится. Вот это круто. Давай защимим. И это еще один враг. Очень отлично. Перезаряжаемся. Тут сразу идет клауд бойца на меня. Так, ой, что-то мы прям на изи разбираем. И я хочу забрать эту точку. По-моему, она должна быть. Так, захват маяка. Отлично. Так, не знаю, зачем я вот сейчас поставился перезаряжаться. Это тупая привычка, которая может привести иногда когда-то к поражению. Так, полетели. О, да. Бой, ты прикинь, я могу даже наверх запрыгнуть. Даже с косаком я справился. Я не спорю, фрагов было намного меньше, чем с предыдущим роботом. Но, тем не менее, мне это понравилось. Было весьма недурно. Пошли еще разок. И сейчас мы выберем третью машину, которая есть у меня в ангаре. У меня их только три. Я понятия не имею, сколько их тут вообще. Но дальше мы выберем вот эту вот машину. И посмотрим, как справляется с делом вот этот одноголовый чел. Потому что что-то мне подсказывает, он, наверное, будет действительно самым слабым. Так, давай куда-то туда. Нет, отсюда мы, к сожалению, не дострелим, хотя по нам уже дамажит, слушайте. Что за дела? У меня один выстрел только, я так понимаю, в обойме, а потом уже надо перезарядку ждать. Какая у меня дальность вообще? Смотрите, уже по нам стреляют. Мы по этим еще не можем. Странно. Чё, впритык приходит?
стреляет он вообще ни хрена. Чувак, куда еще ближе? Че ты хочешь? Я не знаю, он тупо не стреляет. Я уже почти впритык не подхожу, это уже реально опасная дистанция. Вокруг меня сейчас везде куча челиков. О, да. Че, это мой фраг или нет? Он выстрелил, наконец-то, боже, свершилось. Я только не понял, мой фраг, нет? Не, не мой фраг. Что-то я слабо как-то дамажу. Пока непонятно. По-моему, косак лучше, чем этот. Этот очень медленный и очень что-то тупит по выстрелам. Я бы не сказал, что очень большой дамаг, честно. Вот рели, дамаг не такой большой. Мне не нравится количество его урона наносимого. По-моему, он должен дамажить такой пухой-то побольше. Ну, вообще как-то очень хреново. Я вообще не в восторге. Ребят, вам нравится такая машина или нет? Пишите, пожалуйста, об этом. А в комментариях мне интересно, много отыгрывается этого робота? Если да, то как ваши успехи? Ну, возможно, это уже на апгрейдженном. Потому что мой вообще не грейджен сейчас. Кажись, меня заметили, да? Так не кажется? На. Вот это чисто заработанный килл. Вот серьезно. Вот это только что был реально чисто отработанный килл. Я полностью от начала до конца его сливал. Сейчас мы захватим еще вот этот маяк. Вообще будет супер. Да, это победа. Всего-то с одним фрагом мне это вообще не понравилось. Считаю этого робота самым непродуктивным за сегодняшнюю игру. И опыта, соответственно, я получил меньше всего, что не может меня никак устраивать. Ну что ж, друзья, если вы хотите гораздо больше роликов по WarZ, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях, я обязательно к вам прислушаюсь. На этом все. С вами был Борода. Всем спасибо. Пока-пока.